Друзья, 3 октября в Большом зале Гластонбери в Москве состоится первый московский гитарный фестиваль, организованный сообществом Ростов Гитар Комьюнити совместно с музыкальным магазином Skift Music. В мероприятии примут участие большое количество гитаристов, которые всем вам известны, имена которых вы сможете увидеть во встрече мероприятия фестиваля ВКонтакте. По мере точного утверждения хедлайнеров будет выходить пост про каждого из участников. Во встрече фестиваля ВКонтакте в инстаграме Ростов Гитар Комьюнити в преддверии московского фестиваля проходит розыгрыш электрогитары от компании Mad Men Guitar Custom. Это питерские ребята, я уже делал обзор на их тревел, можете посмотреть на канале. А гитара может достаться любому, кто верно выполнит условия розыгрыша, а они максимально простые. Это, как обычно, репост и подписка на канал. В общем, ничего сверхъестественного, просто в описании смотрите условия и их выполняете. Розыгрыш гитары будет проходить и в Инстаграме, и ВКонтакте, поэтому у вас есть возможность выполнить условия и там, и, соответственно, удвоить свои шансы на победу. Гитара будет вручаться прямо на фестивале со сцены этого мероприятия. Первые 100 билетов стоят 1000 рублей, потом дороже, так что поспешите. Старт продаж 20 августа. Также есть билеты на VIP-столики, там заказ, предзаказ. В общем, вся информация есть в мероприятии по ссылке в описании. И в этот раз, друзья, мне выпала честь быть участником жюри. То есть я буду одним из тех, кто участвует в судействе конкурсантов, потому что помимо хедлайнеров вам известных, также будет 10 конкурсантов, 10 гитаристов, которых мы отберем до 1 сентября. Можно подать заявочку, написать личное сообщение сообщества Ростов Гитар Комьюнити и, возможно, вы тоже примете там участие. Для гостей фестиваля и конкурсантов будет много подарков от партнеров этого фестиваля. Начнется это мероприятие в 17:00, ну и закончится где-то около 22:00. Все это будет сопровождаться живой ритм-секцией, то есть это, по сути, гитарный концерт. И я думаю, и звук, и атмосфера там будут отличные. Я уже был на двух мероприятиях в Гластонбери, это Guitar Battle и Крякин фестиваль, и там все было, поверьте, отлично, прямо вот так, как надо. И звук, и свет, и атмосфера, и, ну, возможно, это будет кому-то важно, кухня. Кухня там замечательная. Так что, друзья, подписываемся ВКонтакте, в Инстаграме и на YouTube Ростов Гитар Комьюнити, чтобы не пропустить новости этого мероприятия. А с вами был, как всегда, Кирилл. Всем удачи, увидимся 3 октября. In 20-х, 11-х. Этот был парень младенец, так. Так. Тик-токи, блядь, цены, ребят. Так.